Добрый день всем, дорогие зрители! С вами Илье Ройдер Краш. Это новенький стрим по свежей игре, которая называется For a Warne. Игра наподобие фазмофобии, только здесь мы с вами исследователи, археологи. И наша основная задача — это разведывать вот такие пирамиды, разные, скажем так, склепы исследовать. И в одном из склепов, как я понимаю, мы найдем каких-то тварей, ну, мумий, там всяких демонов, вампиров и прочую нечисть, прочее зло. Вот, наша задача с вами выжить. Я не знаю, основная цель, что надо сделать, чтобы победить для выживших. Вот. Но мы с вами будем сейчас разбираться и смотреть на эту игру. Здорово, ребята. Кстати, очень в общем, надо найти способ как-то к тебе в друзья попасть, ну, именно добавиться хотя бы в группу. Слушай, а вот реально игра очень даже в лобби похожа на фазмофобию. Я вот сейчас предосмотрю. Они сделали зеркало, я вот в зеркале вижу свое отражение. Правда, это какое-то зеркало, такое впечатление, как будто... то ли я какой-то неправильной форме, мне персонаж Рахит, мне какая-то голова очень большая, то ли это кривое зеркало просто, оно неправильно отображает. Вот, вот так вроде я нормально, а когда ближе подхожу, у меня что-то голова какая-то становится слишком большая прям. Что-то я какой-то... На что ты там смотришь, Дата? Ну, посмотри, я такой же, как ты. Я смотрю на свои маленькие ручки Т-рекс. Смотрите, я Т-рекс. Блин. Ладно, короче, поугарали. Опа! Видали там на графике там? Всем можно настроить. Я сейчас сделаю. Там что-то было. Так, еще какая-то заметка. Ever since losing. Давайте посмотрим, или есть вообще русский язык. Так, как настроить? Окей. Сеттинг. График. Медиум. Хай. Very high. Ультра. Там ультра есть. Ультра хай. Не, ультра хай нету. Хорошо, Apple. Apple. Окей. Теперь. Все, это все, что по графике, ну, в принципе. Soft. Shadow type. Hard. Пускай мягкий будет. Pull on. One. Короче, ладно. Не столь важно. Так, теперь. Ну, тут какая-то есть у нас, я так понимаю, вот этот главный экран. Как эту хрень забрать у меня из рук? Где? Нет, стоп. Я какую-то, блин, записку взял, а не могу ее выкинуть с рук. Я их собираю, не понимаю, что делать. Так, что это такое? Ладно, идем дальше. Тут экспонаты. Я так понимаю, сюда мы должны какие-то всякие ценные реликвии ставить. Ну, когда пройдем игру. Когда пройдем хотя бы один из раундов. Так, я пока не врубаюсь, где начать. Кнопку нигде не вижу. Ну, это меню. Стоп. Бэк. Да, блин, как этот бэк надо? А ты настроился игру, я? Не, подожди, пока нет. Play. А ну, play. Есть... А, он на зеркале настраивается. Есть всего два лобби пока. Мы сейчас свое создадим. Иду к зеркалу еще раз. Так. Ага, вижу, да. О, я выкинул с рук эту бумагу эту. Я сейчас передумаю, какой мне персонаж будет. Вот это буду я. Я люблю за таких играть. Так. Скрытная бабка я себя назову. Бабка должна быть темнее, чем ночь. Так, чтобы меня не видели в склепе. Ни один монстр меня не найдет. Ближе нельзя посмотреть фейс. Айс. У тебя айс там. Пускай будет. Пускай любые будут. Все, я настроил себе персонажа. Реально, я когда смотрю в зеркало на свой персонаж, я чувствую, как будто я, знаешь, как это Рахит, у которой голова очень большая, знаешь, болезнь такая есть. Вот реально. Сука, что не так со мной? Почему у меня руки Т-рекс, ё-моё? Я Т-рекс, мы выиграли. Вот зеркало кто очень неправильно работает. Я же говорю, оно какое-то кривое зеркало. Я Т-рекс, ты посмотри, встань впритык и посмотри на свои руки, это реально как Т-рекс. А ты не просто встань, ты иди. Ты как широкий, типа, ты когда идешь, просто иди на зеркало. Ой, моё, чё я тебя порешаю? Ты чёрт, что ты сказал мне? Я Т-рекс, у меня маленькие ручки, но у меня очень мощный хват зубов. 10 атмосфер. Ладно, короче, это, конечно, всё прикольно, но стартануть, походу, можно только вот отсюда. Join, quick, host. О, host. Host room. Так, я хостить буду. Значит, difficult, brutal. Не, ладно, давай хотя бы hard. Brutal — это перебор. Map size, medium. Loot mod. Team Split, Friends Keepers. А, Finders Keepers. Что такое Team Split? Это совместный, а Finders Keeper — тот, кто нашел, тот и владелец, типа, имеется в виду. PvP. Прикинь, в игре есть PvP. On или off? Пускай будет on. Будем PvP-шиться. Room Visible, Privat, Public.
Так, все, я сделал public room. Я тут такое. Click to toggle your sharing preference when check it. Other players can use your tools. Ладно, пускай будет. Так, ready. У меня кто-то залетел, Димон, залетай. В мое лобби у меня 14 левел, кто-то залетел. Wolfheart какой-то парень, Спенсер. А, ты залетел? Я не знаю, tools sharing, я так понимаю, что я своими вещами могу с вами делиться. Я нажимаю, чтобы я делился. Но у нас PvP включено, я не знаю, тоже ли оно нужно. PvP. Микво-волум. Не знаю даже. Я твой волум скручиваю на ноль микрофона, а Спенсера оставляю волум. То есть не любишь больше, Спенсера любишь? Я тебя и так просто слышу, зачем мне? Понятно. О, еще кто-то. Night Tile какой-то, ладно. Его тоже будем служить. Все, все готовы? Старт, начинаем. Сколько? 4 человека максимум, ну поехали. Так, игра наподобие Phasm. То есть, а что тут темно-то? Мой персонаж только что стоял, блин, в темноте. Я подумал, что уже началась игра. Я думаю, что за бред. Несправедливо. О, мы приехали на какой-то тачке. Что тут есть? Боже, вы как монстры ходите. А что делать надо? Куда вы, пацаны? Дайте что-то... Ой, рюкзак, я бэкпак возьму. А, фонарик? Это фонарик или что это за фигня? И какая-то зажигалка. Ой, я вас фокнул. А русского точно нету? А тут есть какая-то тема, вот ты можешь смотреть, где игроки находятся. Нахрен ты фоткаешь? Пацаны куда-то ушли, пошли за пацанами. Что за нахрен? Блин, а что у меня фонарь кусок дерьма светит? Надо, кстати, этот факел. Вот тут факел есть. Блин, у тебя фонарь нормально светит? Я ни хрена не вижу, я к слепой бегу. Трежерс, он что-то какой-то трежерс нашел, и чё? Димон, ты понимаешь, что они делают? Не, они поджигают как-то, не как поджечь. Нет, они, походу, надо лампу взять, мне кажется. Значит, сделаю тише их вовлем, а то они слишком кричат. Так. Это за кнопка есть, да? Там, сука, мумия, чувак! Ай! Топоры! Что за летучая мышь? У тебя фонарь нормально светит? У меня фонаря вообще как будто нету. Я, походу, сдох от топоров. Не, это пашнус. Что это за... Я не знаю, ты, походу, реснуться можешь. Опа, это кто? Бляха, куда мы идем нахрен? Я вас всех убью. Опа, а то что такое? Ой, ё-моё, как отсюда потом выбраться? Это ловушка, судя. А чё фонарик мигает? У меня фонарь почему-то мигает. Turn off your light, it's the craft. А, бляха, мумия! Ладно, я тебя оставлю второй раз. Бляха, это что за хрень? Меня что-то сожрало, чувак. Это был мой дружбан какой-то, не надо, стоял на NPC. Да, пойду к свету. Everyone get out.
происходит? Ты взял мумию красную? Пошел? Я не знаю, я белую взял какую-то, я не понимаю, я белая мумия. Может, я с тобой должен? Там, нет, синюю, там можно было пойти синим помогать, либо мумия. Ну, я за синих пошел. Странно, я за белых. Кто помогать, ты должен меня убивать. Я вот с тобой дерусь, но ничего не получается. Ни урон не проходит вообще. Очень странно. Чё вообще, блин? Меня какая-то хренотень сожрала. Мумия вышла. Не убегает нас. А что, я бить его не могу? Что, серьезно, факелом сжигает просто? Я его бить не могу, кстати, почему-то. Он сжег тебя, все. Он сжег факелами. И тебя, и меня. Ладно, он один, он уехал, походу, да, он уехал. Я так и не. Я не понял, что надо делать. Давай еще раз. Меня топор убил. You die. You die. Ну, блин, понятно, что я die. Ладно, подтверждаем еще раз. Ready. Я ready, давай. Ну они, пацаны, 14-13 левел, а мы нулевые, ясен хрен. Они понимают, что мутить, а мы вообще ничего не поняли. Мы вообще ничего не поняли, просто высадились, нас убили. Я говорю, ты не твой такой трешак. Ну посмотрели, что заиграл. Пацан один 13 ливнул, походу, ну понятно. По понятным причинам. Это клон фазмы. Просто не совсем... Тут не совсем понятно. Во-первых, анимация немного корявая, на самом деле. Вот. У этих, у зомби. Ты как будто в Майнкрафт какой-то играешь. О, первый левел там присоединился. Ну пошли, стартуйте. Это почему-то никто не ставит. Ладно, не ставлю тоже. Он не понажал тебе по готовности. Да я жду, жду. Я жду, пока он нажал. Он, видимо, что-то ставит. Я ему потише чуть. Ну, чувак, ради нажимаешь? Вышел. А, так, бэк. А что у нас хард стоит дефикулт, кстати? Я поставил хард. Я могу нормал поставить. Я ж не знаю просто. Я хотел посмотреть, думал, что будет интересно на харде. В изи я думал слишком легко. Ждем еще одного, короче. Ждем и стартуем. Я так понимаю, когда кого-то одного хотя бы съедает или он умирает, то он может уже все, становиться зомби. Только прикол в другом. Там есть два варианта. Там один, там две двери. Одна дверь ведет на злого зомбака, вторая дверь должна вести на помощника. Ты, походу, пошел тоже на злого. Ну, не, я в светлую дверь зашел. Ну шо, блин, никого нету, стартуем втроем. Ладно, идем втроем, пофиг. О, я не понял. А мы в лобби, все. Идем втроем. Самое главное... Так, надо врубиться. Смотри, что пацан делает. Просто обезьяничаем. Смотри за пацаном и обезьяничаем. Что ты врубиться? Пока все понятно в плане этого оружия. Понятно, что... Так, я фотик не беру только. Зажигалку я взял. Ну, блин, а фонарик мне нужен. Давай фонарик возьми. Так, вот тут надо поджечь. Наверное, так надо сделать. Вот я зажигалку взял, ну как ее поджечь? Вот тут как-то поджег. Я факелом. А, ты я факелом поджег. Я понял. Так, что делать? А ну поджигай факелом. Сейчас бегу. Давай все поджигаем. Поджигай эту тоже штуку. Все подряд зажгем, чтобы было видно. Вот тут факел, вот тут. Там, куда пошел? Я с этой стороны, я вначале еще при входе тут. Вот тут еще надо есть зажать, можно какую-то штуку. О, я сам, как я зажал. Боже, там шар. Там чуть шар тебя не раздавил. Ты как раз шар огромный покатился. Ты в каске был или не? Я вот тут, я один. Просто не шарик. Никого нету. Как это? О, я нажал. Не знаю, что это такое, но ладно. Вот тут еще зажги факел, а ты? Yeah. If you want to wait by that lever, I can pull the other one at the same time.
Я не понял, что он сказал. Это где еще? Опа, что за дым? Что за дух? Уходи! Бляха, ну... Пасть сердцебиение. За обезьянка нахрен. Не знаю, что очень странное, пока игра какая-то. Ничего не понимаю. Тут какие-то глаза, смотри. Меня ударило. Стой, тут с этой стороны. Чувак, что происходит? Не знаю. Я вот на эту кнопку нажал, и меня что-то домагнуло. За тобой зомбак это ли? А чё как зомби ходит? Я не знаю. Он за нами ходит как одержимый. Это фейкован. Это тварь какая-то, он ходит, смотри как. Это по-любому тварюка. Так, думай пока что делать, я повожу его. А тут открылось, смотри. Он бежит. Он бежит за тобой. А, блин! Я ухожу им наверх. Валим. Можешь сжечь его? Попробуй. Не, он за тобой бежит тупо. Блин, как выйти отсюда? Это бот, что ли? Или что случилось? Чё он за тобой просто бегает? Я не знаю, мы испугались бота. А чё он обе жопой стоит? Да он нахуй. Тут ещё проход вон есть. Ну давай поищем. Он просто за нами бегает. Бляха, это бот был, ё-моё, мы испугались бота. Как пацаны от бота драпали. Что он так ходит, неестественно. А чё там у меня, чувак, нездоровая хрень? Так, где, куда здесь проход был еще? А это что? Аж нашел тут. Сокровище. А кто свистит? А, блядь! Пока вон! Ты умер? Да, он меня убил сразу. Все-таки монстр был! Это монстр был? Сука, он меня высадил. Он ушервил, он превратился в трехметровую тварь. Я выхожу. А где? Это не выход? Это выход. Как уехать? Ты меня не видишь, что ли? Я тебя дамажу, ничего не происходит. А, я тебя не вижу. Это что, звук, но тебя не вижу. Странно. А ты не меня дамажишь, походу. Ты того, ты эту тварь дамажишь. Чувак сверху находится. Наш чувак теперь или кто? Типа да, я и чувак сверху мы находимся. С факелами. А, это монстр реально ходит. Ты реально был монстр, мы его не зря боялись, Аван. Он стал трехметровой твари и тебя сожрал. Как уехать отсюда, что-то не понимаю. Я вас слышу. Не, неплохая игра пока. Если топорная анимация. А, все, мы уехали с ним. Мы уехали с ним. Блин. Там машина рядом стоит. Через вы машину нашли? Уезжаем. Вы хоть что-то нашли? Я когда артефакт нашел, куда такой, типа, ожерелье. Я когда нашел, то сразу как бы монстр появился. Ну, вместо того бота стал. Да, это жесть. Так, ждем еще, может, это добавится. Ты второй левел, кстати, взял, прикинь? Я нулевой, потому что я сдох. Ты уехал второй левел. Ага. Тварь, она так, блин, в лицо мне прыгнула, просто жесть.
Так это вот наш бот, вот, короче, тот у тебя этот, видишь, он палец окопятся. Это, короче, тварь. Знает, типа, если ты возьмешь какую-то драгоценность, не знаю, что он тебя убил, потому что я взял драгоценность. Может, он ближе ко мне просто был. Он за мной же выходил, видел? Он что-то... А, да, он за тобой бегал. Блин, я его пытался сжечь, но когда он не поджег их себя, я понял, что надо драпать. Так, короче, лучше всего брать факел, фонарик и зажигалку. Я фотик не беру. Может, конечно, фотик денег стоит. Ну, типа, так, он дает. Пошли. А где вход в гробницу? Чувак, на самом деле игра вообще примитивно сделана. Бляха, ничего не понимаю. Over here. The entrance is this way. Откуда он знает, что это? Я не знаю. Может, это какие-то, может, он знает какие-то видео. Как с ним говорить? Перезвони его. Ну, бей, бей, не работает. Боже, какие-то ямы. Ну, прыгайте с ними. А чё они, кстати, прыжки не сделали в игре? Я монеты какие-то нашел. Осторожно, потому что мы не знаем, где я с чуваком хожу. Он саркофаги открывает, тут мумии. Я пока поджигаю здесь все, чтобы видеть. Черт, я нигде потерялся. Опа, я чуть нашел. Вот Димон, я чуть нашел. Окей. Я сваливаю. Какой-то звук не очень здоровый тут. Денег много сейчас, у меня 28 копеек. У меня, блин, а где ты смотришь, деньги не вижу. А, 24 голд. Сердцебиение. Ты вышел, я выхожу. Да, да, да. А где пацан? Не знаю. А где выход вообще? Вот сюда, 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 сюда. Там мы идем. Вроде сюда куда-то был. Блин, или нет? Какая статуя Анубиса? Я вообще ничего не понимаю. Тут еще какой-то вход, смотри. Бляха, я вообще не понимаю, где она. Что-то шипит где-то рядом, слышишь? Опа, тут что-то, смотри. А, вот машина, нашел. А вон машина, да. Ой, блин. А он здесь? А давай по камерам посмотрим. Не, его нет, он где-то ушел. А вот он бегает там, смотри, видишь? Ага. Опа. Куда он делся? Его, походу, убило, чувак. А вот наша задача, видишь? Мы должны были 5 монет собрать и собрать доказательства... А экзистенции. Ну я нашел одни монеты. Ну вон монета, мы одну монету не нашли только. Нам нужно было взять картину, сфотографировать внутренний саркофаг катакомб и что-то еще. Пошли еще раз за ним. На, фотик, стой, стой, стой. Фотик надо было взять, ты взял фотик? Я не он взял, я вижу, у него есть фотик. На. Блин, окей. Ты помнишь, куда идти? Не. Давай, я тебя подожду. Сюда, сюда. Блин. Что за звуки такие стрёмные? Офигела. Что это за звук был?
Чуваки, демон! Какой демон? Вроде сердцебиение было. Бляха! Я не понимаю, что. What was the difficulty level set on? Как сказать ему? Hard. Кнопка на столик разговаривать. У нас медиум вроде было. В, Б. Как говорить? Не знаю, я только проверяю. А, you hear me? You hear What's me? What's that? You're... Yes, I can hear you. Medium. Oh, so probably normal. Okay, I don't know how long we have on normal before it will start hunting us. Ну, с время есть. It could go anytime. Кнопка В, короче. Ой, бляха, пацаны, и чё? Уходим, я так понимаю. Ну нахрен. Ну нахрен до гробницы, чувак. Ну нахрен, просто уходим. Поехали отсюда. Мы нашли немножко монет, нам хватит. А то, по-моему, это добром не кончится. Там еще что-то шипело. Какой-то дым, я. Ну. Боже. Валим, валим, валим. Как говорила бабка, лучше синица в руке, чем самолет в небе. Так, а ну, мы левел получили все. Окей. 49 опыта. О, я 3 левел, очень похоже на фазмофобию, только по гробнице. Что странное такое происходит, не? У нас еще чувак это есть. Вообще, на самом деле, очень, очень, очень странно, знаешь? Непонятно, что делать. Какие-то задания? Ну, задания, понятно. А, Medium это upsize. Это Medium upsize. Потому что про Easy Difficult говорил, что там больше времени, или что, я так не понял. Он просил то ли поставить, то ли что. Давай Easy Difficult. Я Large Макарту сделал, чтобы можно было потеряться. Team Split. Мы что, можем купить это левелов или нет? Не знаю, я магазина еще не видел. Может, какие-то внешку сможешь себе купить? Давай, Голдберг, подтверждай. Ну, давай, Голдер. Как там? А ну скажи, В или что там? Ready up. А мне что в руке есть? А, Голдберг. Ready up, Голдберг. А, что у меня перед. Он не хочет. У тебя. Мне что есть перед лицом? Бумажка. Ну не перед лицом, ты таскаешь это кривой рукой, она через тебе через руку проникла. А сейчас? И сейчас она у тебя на руке. То же самое, все не меняется, да? Как это, блин, урода выгнать? Я его выкинул, если он так долго сидит, пускай следующий заходит. Ждем еще. Я его не выкинул, он еще с нами. Не, я выкинул. Он мне показано, что он с нами. Не, я выкинул, так что у нас 3-3. Рёв на землю. Ладно, начинаем вторым. Бумажек накидал и чё? Мусорщик. Блин, а. Палатки. Так, у каждого своя задача. Так, а наши задачи какие? О. Котик. Сейчас я беру фотик тогда. Мне лучше фотик. А вот. Короче, найти 14 золота. Больше заданий. Ё-моё. Найти. Ты, чувак, задание 12? А, надо выполнить, если чтобы поехать. 14 золота, короче, собрать, там куча заданий. Сфоткать каких-то, блин, мумий, троллей, блин. Покататься. Ой, на единороге. Ну пошли. Ну пошли, попробуем. Большая карта просто. Может, поэтому тут много заданий. Так, началось.
Ну, они притерятся. Это да. Он сфоткал что-то, видел, чувак? Какой-то обелиск нашел. Блин, я... Что за нахрен? Ой, я какие-то пергаменты нашел, это... Блин, чувак, я не могу поджечь факел. Тут когда дырка мелкая, проход. Нажми еще раз левой кнопкой мыши. Это что такое? О, монеты, я монеты нашел. Факел валяется. И пергамент какой-то, и пергамент, да, какой-то. Там ловушки деактивировались. Боже. Давай сюда. Может, обойдем их? Камень. Этот шар покатится, осторожно. А чё не катится? Я прыгнуть не могу. Но сердцебиение. Не знаю. Это мумия как будто настоящая, живая, Вов. Смотри. Я ее сфоткал. Ё-моё. Это мумия, по идее, живет. Сюда, а не куда. Да, правильно, правильно. Я факела сейчас подожгу. Сердцебиение. Чувак, я что-то слышу. Я тоже что-то слышу, не понимаю откуда. Мы ушли, Аван. Кто сыт водой? От него. Кто-то писал только что водой. Так, не разделяемся. Схавают только одного. Чувак, что-то рычит сзади. Я слышу. Мы ушли. Блях, я не понимаю, куда идти. Мы запутались, чувак. Ты понимаешь это? Это тупик. Монетки нашел. Беги оттуда. Бля, как отсюда выйти? Направо давай. Или налево. Давай сюда. Право. Монетки. Что за вода? Чувак, еще сердцебиение такое. Давай в ту сторону. Давай сюда. Фак. Бляха. Монетки. Это тупик. Как выйти отсюда? Налево давай. Давай налево. Стоп, налево нет прохода. Тут тоже. Все, обратно. Только обратно. А как обратно? Там только куда? Обратно осталось. Сюда, наверное. Тут еще налево. Направо, направо. Все они ходили вроде бы. Что это, ловушки или что? О, чувак. Или призрак. Нет, чувак. Вы... Сержит here. If we find all on this place. Did you check behind the fire pillars to see if there's a lever or something behind them? Is that happening? No, we don't check. Пацаны, тут дух злой! Тут дух злой! Беги, беги! Пацаны, она за мной гонится, походу, какие-то летучие мыши или что? Надо валить отсюда. Какой-то звук летучих мышей был. Блин, дайте мне факела. Нажми просто левую кнопку мыши еще раз. Нет, так у меня зажигалки нету. Я взял фотоаппарат. А, так ты зажигаешь от мой факел? Я об эти, то что на столбах. А? Блин, почему я последний? А че оно все потушено здесь? Оно со временем тухнет. Я поджигаю специально. Чтобы было видно там, где мы теперь находили хотя бы недавно. Шар уже прокатился, кого-то пытался убить. Странно, на изи монстров нет вообще, смотри. Времени больше, при тем, как он появится. Монеты еще нашли. Нам бы выбраться отсюда. Надо сюда. А вот это. Тебя убьет. Не-не.
Фух. Надо выходить. Побежали. Блин, у меня факел закончился. А ты знаешь куда? Не могу этого зажечь. Сейчас будет какая-то статуя. А вот тут статуя. А все, мы на выходе. Вот тут, вот тут статуя есть. А мы все. На выход подъем. Может, на подъем? Даже на выход. Тем отнесем. Опа, что за звуки? Там что-то стрёмное пошли к машине. Давай посмотрим, что мы вообще... А, чувак. А, настроя было, да? Давай посмотрим, что мы выполнили, а что еще не выполнили. 6 монет нашли и 2 цели. Ой, чувак, мы еще половину карты не расследовали. Пошли на вторую половину. Пришли. А вот фотки, кстати. Ты фоткнул этого гада? Да, это я вот такой корявый такой сфоткал. Пошли, короче, еще раз. Ну, чувак пошел в ту сторону. Говорят, подвисают периодически. Да, я по теории потерь не должен. Нету. У меня нигде нет потерь, ни в интернете. Не, может, у парня подгрузка. Опа, вот сюда надо пройти, смотри. Оно меня ударило. Как это открыть? Ой! Ован! Ован! Ты закрыл нас! Лиеро put the red button. And now we can escape. Alright, you okay. All need to look for a blue lever quickly. Just fan out and look for blue lever. Что надо сделать? Не знаю. Он что-то сказал, надо хвикли, что-то... Don't touch that door till we know what the mummy and the tomb is. Бляха! Ну я не руина, пацаны, я не руина. Put out your lights. The one we're facing, it's one that's sensitive to light. You have to drop your torch. Спрячь, короче, я так понимаю. Да-да, я понял. Типа он тут где-то, значит? Ну ты он взрывынил. Не поджигай еще. Где не я поджег? А кто с факелом? Пацаны, он сзади! Он сзади! А? А, я вижу! Он стоит там! Он смотрел стоит на сзади, меня! Сзади, бляха! Я видел, он смотрел на меня. He behind. I see him. He behind us. He teleports, yeah. He teleports around and stands. Бляха, чувак, он телепортируется. Ой, нет, мы трое в этом подземелье грёбаном. We should spread out a little bit to find the lever faster. It's a big map. Надо быстро найти. If you go down that way, I'll go down this way. Он где-то рядом. Он за нами идет, пацаны. Это тупик. Это тупик. А что мы вообще ищем, я не понимаю? Рубильник мы ищем, судя по всему, чтобы открыть дверь. Turn on your flashlight. The monster is attracted by light. Спрячься, выключи фонарь. Он слышит, говорит, по свету. Чувак, это стрёмно. Не, надо... О, не ты с торчем идёшь. Нет, так все с торчем, у них у всех висит. Снизу, у тебя тоже горит. Снизу. А, да? Это у бат... чувака только, но у него нету простыл. Он где-то рядом. Он где-то рядом. Бляха. Я без факела, без факела ничего. Бляха, он за нами, пацаны! Это жопа. Блин, не, криповая игра на самом деле. Я не хочу последнего. О-оу. Тихо-тихо, фонари нельзя включить. Я выключил полностью. О, что-то нашел. Он нашел рубильник. Alright, now we need to get back to the door and get out of here.
Он говорит, обязательно обратно. Я ничего не вижу, Василой это такой у меня. Блях, я за ним иду, я через его фонарь ориентируюсь. Это так же само. Меньше света, чтобы он нас не нашел. Приключения с Лиерчиком. Если он сейчас последнего, я даже не узнаю. Блях, он такой вообще, как будто он за нами прям идет. Он говорит так. Откуда он знает все? Не знаю. Бля, я не хочу умирать. Я думаешь, хочу. Ребят. Бля, стука, у тебя просто когда кромешный. Это ты фонарик на вес? Я на голове только включил фонарик, я ручной не включал. Как на голове врубить? F, по-моему. Да, все, есть. Походу мы ушли. Ну это изи, чувак, это была изи сложность. Как стрёмно было, не? Давай медиум поставим сейчас. Сейчас медиум, чтобы было интересно. О, боже, он там где-то... Мы еще не вышли. А! Беги! Он идет? Не, тихо. Пошли. А, меня созрал! А, блин! Везде. Я убью, я сваливаю отсюда нахрен, пацаны, простите. Всех сожрали. Ааа, блин, суки. Да свет. Нет! Как свалить-то? Как свалить-то? А, вот так. Фу. Давай сложно. Ну, ты не вытащил мой, у меня свиток был. Да срать на этот свиток, там монстры везде, там два зомби, блин. Ну, то один из них ты, наверное, один из них этот пацан был. Это же вас сожрало, конечно, жестко. Прям перед самым выходом. Это изичная сложность, а что на хардкоре тогда будет? Ой, блин, давай сет. In the future, don't push that red button next to the door until we know which mummy's in the tomb. Ну да, я понял, не нажимать красную кнопку, а хрен, откуда okay. Я знал, что такое красная кнопка? Я думал, блин, нажму, и она откроет мне дверь. Обожает. Okay, it's fine. It's just, you're supposed to choose one of the names on the left, and then push the button to guess if that's the right mummy of the tomb. And if you're correct, it opens the inner sanctum, and you can grab the artifact, but if you're wrong, it just immediately locks it down. Yeah, but it starts hunting us. Если неправильно то, что мы сделали, то оно сразу закрывается. Ну да, и надо будет просто искать кнопку. Нажимай готовности. Я жду, может, еще кто-то четвертый будет. Или ладно, идем втроем нас получается, офигенно. Гоу. У нас гид, короче, есть. Чуваки говорят, вашего гида съели первый. Он такого жестко съел, просто жесть, прямо перед нами. Да, появился просто, а потом он меня съел, кстати. Тебе повезло. Короче, нужно идти не первым и не последним, а посередине. Я в бутере. Самое безопасное. Я был в бутере. Я в будущее... Я запомнил вообще быть не первым и не последним. Так, что у нас за миссия? 7 золота, 1 лорд Faces. Короче, страницу найти и 2 рарных артефакта найти. Жесть. Кто бы что ни говорил, бой сделан офигенно. Не, игра неплохая. Она топорная анимация, но она неплохая. Сама... Ну, блин, пока неплохая, знаете, пока ты не привык к ней. Вот прикольно так бродить. Но я смотрю, заход похож. Мы тут были уже. Она, походу, генерится по-любому, ну.
Опа. И соткал мумию, какая-то музыка заиграла. Я копейки взял. Опа. Что-то рычало. Что это такое? Не знаю. Ни черта нет. А куда чувак ушел? Главное, кнопку не нажимай красную больше. Я сюда пойду. Давай в разные стороны. Белый камень. О, я нашел. Ты был со мной же, да? Я нашел какой-то рарный артефакт. А я нашел. Опа! Темечки. Меня убило что-то. Там комната с ловушками, бляха. Там какая-то ловушка была, левел. Не, давайте пацанам поможем поруинить. Я тебя сожгу как ПК. Даже не думай. Как вселиться. Слушай, он даже же лапками шердит. Кейс. Ой, я вижу свиток. Дева-крыса. А что тебя вообще убило? Там комната с ловушками была. Я побежал по полу, и меня какие-то дротики, походу, расстреляли. Я так и не понял. Блин, а где? Вас тут не было еще. Очень странно. Я так понимаю, что выход один. Ну да. Верный. Блин. Ну давай без этого, без своих лапок. Мелких. А где ты, Диманчик? Выходи. Блин, это обрыв. Не надо валить, короче. Выходи. Ну, здесь свои бронх. А, тут вы где-то были. А, вот, это комната с ловушками. Да, вот повод. Our friend die. And he's zombie. Рано говорит мумия, они. Пацаны, я знаю, что я помогу, я красную кнопку сейчас нажму. Блин, зажёг тебя. Изи. Ну так нечестно, запросто убивают. А, легко, кстати. Знаешь, так ты можешь так нападать, когда у нас нет факелов. Если есть факела, тебе надо сразу драпать. Что ты умираешь просто как, ну, даже не опасен. Ладно, я буду с вами ходить. Гост. Резни меня. Like, ghost near me. Yeah, it's pretty easy to outrun, don't worry, it's not that dangerous. А, ну это что, не опасно. Ну, по идее, он какой-то на тебя пугает. Okay, here it is. Okay, now there's a lever here. Behind the pedestal. I'm gonna go to the other one. Don't flip it yet. We gotta flip the two levers at the same time to open the treasure. Одновременно должен. I'll go to the other one and then contact you on the radio when I'm ready to flip it. Okay.
Два одновременно нажать, ни хрена себе. Это... А ну, где посмотри, да, где да. он нажимает. Ты стой, я посмотрю, где он нажимает. Хрена себе далеко. Alright, flip the lever now. I push. There we go, it opened something. А, я ж этой штукой тронул, он не знает. Я ж это уже повредил. Я ее раз уже нажимал, вот почему он не сработал. So, work it? So it should have opened like a secret doorway into a treasury with a lot of gold. We just have to find it. Секретную комнату хотите найти, не с золотом. Ага. Они не говорят, просто этот чувак на разрап. Ну, он быстро говорит, тяжело улавливать, что он говорит. Они говорят, просто этот чувак разрап, он единственный, кто играет в эту игру. Не, ну игра на самом деле неплохая, конечно, анимация немного топорная. Вот. Так вроде прикольно, ищешь какие-то, типа, вещи. Ну, видно, что мало контента особо, что, типа, на пару часов потом. Мне вообще по барабану. Духом пофиг. Да, пацаны, я вам скажу так, вы скоро доиграетесь. Мой батька придет. Самое главное, что, блин, в рычаге, я так понимаю, ищите. Угу. Разни меня, дух. А Паша, это было? Направо пойдешь, никуда не придешь. Ну когда он вас начнет убивать уже? Не считает, не просто как щенок. Дайте еды, да? Дай еды мне, мужик. Что-то монстра нету, обрати внимание, долго его чуть нету. Oh, the treasure was right behind the lever here. Ох, нифига себе. Мы нашли. Я вижу. Ну иди, демон. Now we need escape. What's that? Go. Go escape. Alright, well, we've actually got a lot of gold. So, I'm all for just heading out now and forgetting about the money so that we don't lose that gold. Вы вроде почти все нашли. Ну, да, мы сокровища нашли. А, так-то рядом, походу. Да, все, вам просто можно уходить. Вот гады убежали, я, блин, на ловушке. Так, демона так и не было. Что-то странно как-то. Изи даже как-то. Не говори, может... Этот человек, конечно, он прошаренный, такой чувствует, как разработчик. А не, я не думаю. И разработчику делать нечего, все эти играть по кулдауну. Forwarded. Давай два просто игру монстра. 126 опыта. Пятый левел, я четвертый. Так, подтверждаем, давай еще разок. Ну, в принципе, игра, я говорю, на пару раз. То есть я не знаю, типа, надолго ли ее хватит. Просто привыкнешь ко всем монстрам, поймешь, опять это действует. I'm gonna head out now. Thanks for playing. А он, я так понимаю, он поиграл, да? Да, нас двое. Идем вдвоем, ладно, давай вдвоем потом. Вдвоем как раз будет интересно. Сейчас мы, блин, покажем мастер-класс свой. Ты хоть что-то понял? Я понял одно. Не нажимай красные кнопки. Вот, я понял, что еще некоторые рычаги надергают вдвоем. И плюс я еще понял одно, что надо бояться всего. А вот палатка. Так. Я сверху подожду. Так, короче, не ссать. Братишка, не ссать.
Сейчас мы с тобой все решим. Так, что так, задание? Так, давай задание посмотрим. Запущу. Где я запускаю комп? Я запустил. Семь голд, один ларч. Прям золото. Одну страничку. Короче, 7 золота найти, одну страничку, найти доказательство. Короче, там гробница, саркофаг, внутри гробницы саркофага сфоткать что-то. Потом найти доказательство какого-то Мэджаи. Короче, надо пофоткать. Я взял фотик с собой. Сфоткать королевскую мумию. Ну, конечно, пошли. И найти там спрятанное сокровище, hidden treasure. Нажимай. Синий, короче, можно. А что за красный рубильник мы нажимать? Что, золото мы не взяли? Красный рубильник, если не нажимай. Знаю, на чем он отвечает. Сейчас узнаю. Я сфоткал. Как это же обычная мумия, она королевская. О, тут смырская. Это обычная. Королевская, походу, синяя, то, что мы видели, помнишь? Там золотая еще есть. Это, по идее... О, красная кнопка. Не нажимай. Бляха. Давай, короче, встретимся, собираем пока монеты. Сердцебиение, слушай. А черт, дайте. А обычно. Вот, походу, к этому, или... А че музыка была такая? Опа, а тут что такое стоит? Давай эту сфотку еще. Это сердцебиение. А ну закрой меня тут. А ну закрой меня в этом саркофаге. Сейчас. Блин, тесто, так спрятаться от монстра можно, как думаешь? Надо будет не проверить. Знаю, наверное. Надо будет проверить, может можно так спрятаться от него. А он же появляется, ты его даже не видишь. Ладно, еду в эту сторону. Бляха! Умер? Нет. Там ловушка была, я нашел, наступил на кнопку и мечи сработали. Тут ничего нету. А, понятно, я факел, я ловушки активирую. Я когда настенный факел поджигаю. У меня тоже тупик. Здесь тупик. Бляха. Тот рубильник, который мы вначале нашли, походу его надо активировать вместе с кнопкой красной на сокровищнице, ему бы... Да, где второй рубильник? Я нашел второй рубильник. Нет, сокровищница там. Не, надо активировать одновременно. Да, я знаю, я сейчас запомню, где один. Синий? Сейчас запомню, где один, найду сейчас второй. Один там. Так, один я знаю, где. Бляха! А что камень не упал? Что там? Камень огромный не упал, почему? Вот мы были. Так, один рубильник туда, я знаю, где один рубильник. А где второй? Так надо одновременно нажать, потому что ты стоял в одном месте, а в другом. У нас слишком мало. Так, я, конечно, нашел второй. Нашел. Да, я нашел второй. Один здесь, короче, у меня. Один прям на выходе, чувак. А, иди на выход. Я тебе сейчас покажу, я второй нажму. Ты один нажмешь, я второй нажму. Он на предине летает.
Я не знаю, где выход, чувак. Я от золота кучу насобирал. Я к ней, я нашел свиток. Прикольно. А меня что убило? Меня что убило? Тебя что-то убило? Блин, ну я тогда сам не выполню больше. Надо валить. Ладно, валим. Просто валим отсюда. Я взял, короче, с подсветкой. Боже мой. Я сваливаю. Вали. Нет смысла, все равно я не смогу активировать ничего. А, ты ж меня замутил. Не, я тебя замутил специально, если так слышу, зачем? По два раза. Так, давай еще раз вдвоем. Еще давай, раз? Давай максимальную сложность. Давай максимальную попробуем. Посмотрим, сколько мы проживем. Я ставлю large и brutal. Все, давай. Это последний выход. Двух героев. Посмотрим, что на brutal монстры делают. Наверное, будет нереально. Forward. Ну, верно. Так, мы, в принципе, суть мы поняли, как это играть. Так, это беру и фотик возьму. Так, загружаем комп. Сейчас кучу заданий, которые вы должны. А на самом деле нет смысла эти задания смотреть. Мы и так бежим, все собираем, понимаешь? Ну, типа да, там только с максимум сфоткать что-то и так далее. Только документов, квестов. Нам сюда же. Должны же туда идти. А ну подожги. Эту штуку. Сейчас. Я просто тоже факел поджечь. Я фотик, врубил. Нормальное освещение, это нифига не видно. О, вот сюда нам спуск. Времени у нас, судя по всему, немного будет. Что за визги? Не знаю. Может, он сразу охотится? Оу, чё у меня потух? Хотел сразу. Я нашел, кстати, кнопку красную. Я золото нашел одно. Больше тут ни черта нет. Ладно, валим отсюда. Так. У нас времени, походу, здесь мало будет. Воу, что за нахрен? Я нашел свиток. Давай, хорошо. Бляха! Чувак, ты что-то потушило? Да, все факелы, что факела только что-то потушило, подуло оттуда. Там, походу, он. Бляха. Тут какая-то яма, чувак, смотри. Ее пролезть непонятно как. Тут решетка. Тут за сокровищем не пройти решетку. А, ну сейчас. А, я знаю, я рубильник не нажал, сейчас нажму. Так, я монетки одни нашел. Что это такое вообще? Какой-то молящийся мужик, кошка и еще один молящийся мужик. Запомни комбину, может пригодится. Молящийся мужик, кошка и еще один молящийся мужик. Так, у меня есть какой-то рубильник, я, может, откроем сокровищницу мне или рубильник не тот. Опа. Так, я походу сейчас сдохну, я какой-то очень глубоко. Может сокровищницу открыть? У меня есть рубильник, но не знаю, это он или не он. Может, нам повезло, они рядом. А ты знаешь, где второй рубильник?
А сколько вообще рубильников должно быть? Хрен его знает. Бля, куда идти? Что шипит? Может, валим? Не-не, давай найдем все. Да что валить-то? Мы же ничего не сделали еще. Я монетки еще нашел один. Не сердцебиение уже. Он где-то рядом. Ты по звуку ориентируйся. Я мумию сфоткал какую-то голимую. Почему факел может? Он задувает факела, этот урод. Тут тупик. А лень сейчас факел потухнет. Да ё-моё. Опять все задулось. Да, это он задувает, Дим, это монстр задувает, судя по всему. Ё-моё, он молится на каком-то египетском, там, блин, нахер валю оттуда. Я вышел из гробницы. Он задул мне свет, а потом начал молиться на египетском каком-то странном языке. Пошло оно. Я еще внутри. Я недолго осталось. Опа, а, мы посмотрим, как подойти, кстати. Ой, блин! Он где-то тут, он мне хейс сказал. Прямо беги, да. А! Да, прямо, ты обратно идешь. Я понимаю, мне надо факел. Боже, что это звук? Направо отворачивай теперь. Он ворота сейчас закрыл! Вот выход. Он закрыл их! Он закрыл их! Бля, жопа. Я открою сейчас, стой. Нюх. Пох, я открою их. Давай. Я сверху уже. Давай. Я открою. А что, не работает? Кнопка перед тобой, там есть рубильник. Нажми этот рубильник. Я нажму тоже. Ну. Не, чувак, ты не откроешь эту дверь. Я пошел искать кнопку. Мне ты, мне кранты, чувак. Но у нас с обратной стороны не открывается. Самая проблема в том, что... Хотя войти даже не можем. У меня свет вообще нет. Я могу сказать, идти, у меня камера есть. Ну давай, говори. А ты знаешь, где кнопку для подсветки? Сейчас, я тебя, я найти тебя должен сначала. Так, ну ты в центр сейчас, в холл ты бежал. Бляха, он тут! Он тут, чувак, он ходит здесь! Он не идет. Может, блин, чувак, он бегает за мной. Я не знаю, что делать. Ты отвернулась. Бляха! Пошел нахрен. Бляха, я упал в яму. Чапка. Все, да, можно уезжать. Я упал в яму, потому что я не хотел, чтобы он подходил со спины, я ему в лицо смотрел. Я смотрел своей смерти в лицо. Говорит, прячься в шкаф. Кстати, можно было попробовать, я не подумал о шкаф. Бля, нихрена не было видно. Он дверью закрыл, это вообще это имбово на самом деле. Я почти вышел до выхода, зашел буквально за поворотом, зал закрыл, короче, все. Сука, еда. Короче, господа, вот такая вот игра Forewarned. Если вам понравилось, не забывайте фолловиться на наш Twitch. На YouTube пишите комментарии, что вы думаете об этой игре. Не забывайте ставить лайки, если вам нравится эта игра. Ну, в принципе, как и Фазмофобия, игра может быть. То есть, не скажу, что она прям полный трэш, но и как бы не скажу, что она там супер хороша и давайте все в нее играть. Нет. То есть, на пару вечеров, может быть, она зайдет с компашкой. Но не больше, я думаю. Тут много надо механик доводить, чтобы было интереснее. Потому что пока, по факту, суть понятна. Тебе собирать надо всякие эти вещи, и ты можешь уйти в любой момент. То есть, по факту,
ну, нашел там 5 монет, свалил, получил опыт свой. Поэтому это как бы немножко, ну, неинтересно, потому что если бы тебя игра заставляла что-то конкретное, вот какую-то основную цель сделать, да, вот, тогда было бы интереснее. Потому что так, блин, ты можешь даже не заходить туда. Зашел одну монетку, вышел, так можно прокачиваться, да? Забежал, взял первую монетку, выбежал, прокачался, там, 10 опыта получил. И все. Ладно. На этом все, спасибо за внимание. Увидимся с вами уже, наверное, завтра. Поэтому, кому интересно, приходите на стримы. Спасибо всем, кто поддерживал. Спасибо всем, кто переподписывался. Спокойной ночи, господа. И всем пока.